Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы хотим уделить внимание прогнозу и дать определенные советы на следующую неделю с 31 мая 2021 года по 6 июня 2021 года. Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца для того, чтобы использовать те определенные советы и рекомендации во благо себе. Обязательно ставьте лайк, это нам благодарность за наш труд. Итак, друзья, на этой неделе постарайтесь ни с кем не откровенничать, не открываться. Держите все идеи, планы при себе. И не жалуйтесь никому на собственные трудности, как бы вам не было тяжело. Все, что вы скажете сейчас, впоследствии может обернуться против вас. На этой неделе у нас формируется 5 значимых планетных аспектов, которые создают достаточно пеструю картину и диктуют нам определенные правила. Итак, друзья, 31 мая Марс у нас делает трин к Нептуну, а этот аспект говорит нам о том, что человек может совершать смелые или даже, знаете, вот отчаянные поступки во имя своих идеалов. И неважно, какие это идеалы – политические, религиозные. Главное здесь искренне верить в них. Тогда такой поступок принесет плоды. Но главное не выходить за рамки приличия и законности. 3 июня Солнце войдет в трин к Сатурну, и волевые качества дополняются мудростью и самоограничением. И под влиянием этого аспекта поступки человека станут разумнее и более взвешенными. Поэтому действуйте смело, как считаете нужным. Главное здесь, друзья, не опираться на авось, на лишь бы, а только на свой здравый рассудок. 4 июня Венера будет находиться в трине к Юпитеру. А это один из самых счастливых аспектов. Почему? Потому что он активизирует эмоции между людьми. Чувства у нас усиливаются и, что немаловажно, получают развитие. Поэтому прекрасный это аспект для свадеб. Знакомства в этот период обещают успешное развитие и положительное завершение. Кроме того, этот аспект имеет благоприятное влияние на бизнес и приводит к финансовому благополучию. В конце недели, уже 5 июня, включаются сразу 2 напряженных аспекта. Обратите на это особое внимание. Квадратура Меркурий-Нептун и оппозиция Марс-Плутон. Связь Меркурий-Нептун приводит нас к всевозможным иллюзиям и заблуждениям. Под влиянием этого аспекта у нас нет четкого представления о реальной действительности, и оно подменяется ложными мнениями и фантазиями. Поэтому у вас может проявиться склонность к обманам или уходу от реальной действительности. Далее, друзья, напряженная связь Марс-Плутон символизирует неудержимое стремление доказать всем свое лидерство. Но, пожалуйста, в конце недели не доходите до агрессии и сохраняйте рассудок. И тогда у вас пройдет эта неделя, особенно конец недели, прекрасно. А следующая аффирмация вам в этом поможет. Обязательно на протяжении всей недели с 31 мая по 6 июня говорите следующие слова.
Любые сложности я быстро и легко преодолеваю. Обязательно напишите ее в комментариях и говорите время от времени на протяжении всей недели. И пускай эта неделя у вас прекрасно сложится. Друзья, вот такие вот советы и рекомендации хотим вам дать на эту неделю с 31 мая по 6 июня. С вами, как всегда, друзья, был канал «Эзотерика для тебя». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно смотрите другие видео на канале. Ну а мы прощаемся и услышимся уже с вами в следующем видео.